Поход на велосипедах с посещением памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной. Мальчишки с туристического кружка решили совместить приятное с полезным. Руководитель Лидия Чепурова провела для парней экскурсию. Мы знаем, что сейчас мы готовимся к такой великой дате, 70 Великой Победы. Это очень трогательная дата, она все в каждом сердце у каждого. Поэтому вот мы решили такие вот туристы, экологи, сделать какое-то, как бы проехать по военной тропе, где освобождали наши поселки, где стоят памятники. Мы возлагали цветы. Я в первый раз участвую на таком мероприятии. Как бы я сегодня повидал очень много нового, увидел разные памятники. Мы посетили памятники, почтили прах, минуты молчания. Ну, и мы помним наших предков. А завершилась патриотическая акция возложением цветов к памятникам и мемориалам.